Приветствую вас. Думается мне, что ваш мужчина, тренер, он не преследует прямую цель делать вам намеки какие-то, да? То есть намеки это, я бы сказал, ну, слишком сложно для него. То есть намек это более такая, более тонкая модель поведения. Вот. А все-таки именно ваш тренер, он действует не по намекам. Ваш тренер, по сути, проецирует на вас свои желания. Вот так это видится мне. То есть он пытается внушить вам, причем, заметьте, он пытается внушить вам несознательно, потому что если бы он это делал сознательно, он бы делал это более, ну, более тонко, еще раз повторю, более тонко он бы это делал. Вот. Ваш тренер делает это несознательно, но делает это достаточно направленно, потому что его чувства, его желания, они есть, он испытывает к вам влечение, это действительно правда, что он испытывает влечение к вам. Вот, и думается мне, что именно это он и переносит на вас. То есть какой-то запрет, некий запрет на отношения с вами у него есть. Запрет какой-то, да, то есть, ну, чувствует, что нельзя, чувствует, что не стоило бы с вами быть в отношениях, не стоило бы с вами сближаться там и так далее, так далее, так далее. Но ему хочется, возможно, хочется секса, возможно, есть какие-то более глубокие проблемы, например, его жена унижает или что-то еще. Ему нужна реабилитация за ваш счет, ну, самоутвердиться нужно. Ну, вот. Но он достаточно назойливо действует, при том, что я представляю, что вы не делаете ничего специально, да, то есть вы как бы, ну, не соблазняете его, я вам верю в том, что, ну, в то, что вы не соблазняете его специально, вот. Но суть от этого не меняется на самом деле, потому что если тренер хочет, если, ну, вот ваш тренер хочет секса, например, или хули у него есть влечение к вам, то он, ну, соответственно, значит, и будет везде видеть подтверждение этого самого влечения, вот. По сути. И вот здесь, на самом деле, мало куда можно деваться. То есть, здесь только безразличие, то есть, если вы, знаете, если вы поменяете, если вы там не будете душиться духами и не будете одевать лосины, то вряд ли он значит, ну, изменит свою позицию по отношению к вам. Я, например, не думаю так.
то ты напротив будет говорить, ага, ты типа поменяла, значит, перестала душиться, значит, правда, там что-то такое вот. Ну, вы, конечно, можете это сделать, но зависит от того, вот, что вы хотите. Хотите по итогу получить для себя. Вот, значит, ну, лучше, конечно, лучше всего, если вы смените зал и будете работать уже где-то с другим человеком, потому что, ну, просто потому что это для вас слишком чревато. То есть последствия этого достаточно негативные могут быть, вплоть до проблем с репутацией у вас, да, и, ну, осуждением каким-то моральным и так далее. Вот. Другое дело, с чем связано то, что вы не верите ему, да, то есть вот вы не верите, что это намеки, вот с чем это связано, что здоровый, нормальный, здоровый, сильный мужчина не может хотеть красивую девочку или что, вот с чем связано то, что вы не верите, ну, какие у этого основания. Мне кажется, это тоже заслуживает того, чтобы разобрать. То есть, знаете, я, в общем, могу предположить, что вы не просто так, значит, не верите. Не просто так. Вполне возможно, что поверить для вас означает выйти из какого-то своей зоны комфорта, я думаю, вот, и, соответственно, если это произойдет, то вам будет, ну, очень тревожно, и вы вот изо всех сил пытаетесь как-то удержать этот мир, в котором вы живете, удержать восприятие мира, в котором вы живете, вот, чтобы, ну, не дай бог, да, чтобы, не дай бог, ситуация не изменилась, и вы не увидели бы, что мир, в действительности мир другой, и что люди другие, и что к вам можно испытывать влечение, что вообще вы там привлекательная женщина и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть, что это? Заниженная самооценка или что-то еще? Вот мне представляется так, что с этим тоже нужно разбираться вам. Вот. Ну, если вы хотите понять, что происходит с вами. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!